давайте двинемся в новый штаб сопротивления. Так, что у нас? Надо что? Не надо. В новый штаб сопротивления. Так. По сюжету разрушения и утраты. Сбежав от солдат Мерсера, я оказалась в загадочном лесу, где никогда раньше не бывало. Очень интересно. Так, ну давайте зайдем. Здесь у нас что-то вкусняха какая-то осталась. Пойдем заберем. И по дороге немножко лес, может, поизучаем. Посмотрим, что тут такое. Папоротник лук. Стреляешь, не стреляешь? Не стреляешь. Папоротник лук. Вот тут деревья такие интересные. Прям прикольные. Допрыгнул? Не допрыгнул. Так, зверь какой-то ходит. Звери тут интересные, тоже надо вот разобраться, посмотреть. Летает, летает. Давай мы тебя поймаем. Иди с... Пес. Давай, возвращайся. Прилетел. Ух. Так, это у нас все муравьи. Куча-куча муравьев. И там что-то у нас интересное. Вот уже светится. Наверху вроде. Так, зверик. Подожди, я тебя не сфоткал. Олень. Короче, какой-то олень. Полуглавый олень. Молодой. Оленята. Так, наверху где-то. Дает рог и жирное мясо. Рог и жирное мясо дает. Опыт отлично. Тут опыт у нас. А вот эти насекомые могу цепануть, нет? Что такое? Не, насекомых не дает цепануть. Так, вон у нас деревня тут сразу. Пойдем в деревню сходим. Вроде как деревня. Так, зверюги какие-то. Эхолов. Ну-ка, Эхолов, иди сюда. Ты куда, куда? Так, еще бежит, еще, давай. Куда убегаешь стоять? Блин, свалил. Где он? Блин, сразу покрывается вообще. Ё-моё. Ну так, я мясо не насобираю. Так, надо как-то резче попробовать. Ладно, мы попробуем. Сейчас у нас наша задача
по сюжету, да, сделать шаг. Так назовем. Тут у нас какая-то деревня, поселение, укрытие в соснах. Здравствуйте, граждане. I wonder when our next feast will be. Так, вы никто и звать никак, да? Так, а что терновая? A walk in the forest will make me feel better. То есть они ничего не просят, им ничего не надо. Так, игра дергается. I'm too far. Я не могу призвать незнакомое место. А почему незнакомое? Я-то здесь. Ладно, пойдем тогда как-то добираться-то до базы. Да, не летит сюда. Пойдем как-то добираться тогда. А, это вот этот шипоглаз. Прикольная. Прикольная фигня. Все, идем до базы. Там звери на меня какие-то уже. Рыкают. Ты живой? Живой, давай. Снора сразу забрать мне. Блин. Thank you for this gift. Смог сразу забрать. Отлично. И все исключительное прям. Так, а я вот его собрал, и никакой плесенью не покрывается. Прошу заметить. Кто там, блядь, топает? Я тут подтопаю. Топаешь вот там. Да, и не покрывается все. Так, как мне забраться? Наверх-то как забраться? Так, тут-то кто? Опять? Волшебный зверь. Давай тебя заберем. Икар нифига лететь не хочет ко мне. Будем искать, значит, дорогу куда-то. Так. Это что у нас такое? Шишка лесной сосны. Пещера, надеюсь, наверх. Вроде нет, не хочет наверх. Так, корешок. Кровавый ежик. Так, грибы нафиг. Хочу. Гнездо лунного жужня. Ё-моё, да кого-то только нет. Кости. Плотная кость. Давай яйцо жужня возьмем тогда.
и куда мы путь держим. Очень интересно. Еще кости. Так, ну выше тут у нас никак. Я не знаю, зачем я вообще просто сюда шел. Цветочки кусаются. Так, нам нужно дойти до базы. Интересно. Ух ты. Блин, ну шикарно же, красиво очень. Даже не показано, что это. Шишки опять. Шишки-мышки, шишки-мышки. Так, а большие звери, интересно. Так, ну это лестничное, наверное, да, дерево? А, это резное уже. Это другое. Я думал, лестничное. Тоже резной, нифига. Больше. Там кто-то большой рычит. Там кто-то рычал на меня. Так, не рычи. Рычит он. Это что такое? Что за павлини? Веер страж. Ух ты, ё-моё. И чё? И чё ты стражничаешь тут? Кого охраняешь? Просто пугаешь? Так, вот у нас дорога наверх. Гриб-тарелка. Угливый олень. Эй, тарелка. Прикольно, мне нравится. Стражи выскакивают. Почти пришли. Где-то звери ходят.
Кто-то жует. Кто-то где-то что-то жует. Да хорош, лопухи. Так, наверх надо, а как туда? Ух ты, ё-моё. Так, левее надо дорогу искать. Что-то я пропустил интересное. Тут какая-то вышка. Короче, делов тут будет. У-у-у. Я-то думал, уже к финишу идет, а тут, мне кажется, до финиша еще далеко. Здесь есть подъем? Ага, вот как что-то есть подобие. Так. А как туда прыгнуть? О, еще какое-то дерево. Змеиное дерево. И такие елочки простые растут среди всего этого изобилия. Я уже пришел где-то здесь. Так, база вроде здесь. Жень, не очень понял. Блин, там внизу вообще в пещере, может. В горе. Да, пещерой. О, ёпта. А я по горам бегаю. Стой, кто идет. There you are. Priya told me of your escape. I am relieved to see your Na'vi instincts saved you. It's good to see you, Sotak. But I'm here thanks to Billy. He died to save me. Us. Stupid idiot wouldn't let me go back for him. Billy's with his ancestors now. I guess so. I just wish he didn't have to be. Indeed. But I am glad you are here with us. Unhurt, I hope.
The clouded forest is treacherous. I found patches of an unnatural deadly fog, probably RDA. They poison all they touch, even out here. I hope we'll be safe here. At least for a while. I will not rest until the Sky People pay for what they have done. We have lost so many. I hope we lose no more. In truth, I am worried about Nor. He was agitated right before the blast, accusing Alma of things. Has he said something to you? No. I can see the darkness in his eyes, and I know that look. Resentment is eating away at everything Na'vi inside of him. It is not a good place. Can you talk to him? Truthfully, I am trying not to follow him there. Good that you are here. Stay safe. If I stop to think, too many grim memories will overtake my mind. С тобой надо идти или что? Где перевод? Убежище сопротивления. Но уже не такое красочное. Так. Так, мне с Ринеллой надо поговорить. В убежище сопротивления надо спросить Ринеллу, как сопротивление пережило катастрофу. Где это, Ронелла? А вот, видимо, и подъем на гору, да? Ты не Рунелла? Не Рунелла. At least you made it out. А вот и выход на гору. Так а мне-то куда надо? Блин. Куда надо, куда надо? Trust me. You just missed them slightly less. Вот там, что ли? Choose with care. Нет. Это у нас всего лишь солик. Это всего лишь солик. Do not be caught off guard. Блин, где-то там вообще. Где-то в стороне. Ой, серьезно, что ли? Ё-моё, мне сюда надо-то. А при чем тут убежище-то? Поговорите в убежище сопротивления. Или там еще одно убежище? Давай метнемся, посмотрим. Пока что я что-то не очень понял. Вон там какие-то огни, все горит. А, это змеи. Змеи летучие горят. There you are. Так, куда нам надо, друг? Нам сюда надо. Погнали. Разберемся, что тут происходит. Погодка, конечно, нелетная.
Опа. Не понял. Ориентир пропал. Я не знаю, что это за издевательство такое. Not that way. Okay. Что-то в холостую гоняет меня по кругу. It's so good to see you. Давай поговорим с тобой. You made it. Yeah. How are things here? Truthfully, not great. Basic supplies are low, and I'm anxious about us being in Kamitire territory. Why? Are they dangerous? Well, Sotlek said they don't welcome strangers. And Alma once told me they're not to be trusted. Did she say why? No. I should have asked. But I didn't think about it until now. It could be just a rumor. Or maybe they just don't trust humans. Maybe. Did you think any more about Daylan? I did. Let's give him some time. But I don't think we should tell Nor. It feels like he's already on the edge, and this could push him over. Won't lying to him make it worse? Just for now. Until we get the situation in hand. Okay. I'll check in on Nor. That armor fits you well. Так, все, с тобой вопросы больше никаких. I should get out of HQ a bit more. Explore Pandora. Так, яйцо у нас к сопротивлению дает. Так, вот это у нас, так, семечко по глаза плохо дает. Так, жирное мясо ползуна хамелеона 40 дает нормально. Давай что-нибудь съедим пока примерно хотя бы. А что у нас тут вообще? Урона по фауне. Урона не нужно. Так, что мне тогда делать с тобой, подруга? Что-то меня задачило что-нибудь или нет? Найдите Альму в убежище сопротивления. Надо узнать, как дела у Альмы. Да вы прикалываетесь, я только оттуда пришел, а теперь хотите, чтобы я обратно шел? Шутка юмора такая. Так, давай-ка мы попробуем вот так вот базу открыть. Или... Ну, мне в эту сторону, в принципе, все равно. Вот если отсюда метнуться и туда долететь. Граница как? Впустит меня, не впустит на Икаре? Граница этой локации. Изучить регион, установите связь с сейвой, чтобы изучить регион и перезвать своего верного. То есть меня, наверное, не впустит туда. Давай попробую. Быстрее себя не впустит. Ага. Да, пускает. Понятно. Something's got you spooked. Не впускает. Тогда так. То получается, нам нужно по сюжету продвинуться, чтобы что-то дальше понимать. Так, Минаса вроде. Что-то вы тут не особо хотите разговаривать или... If I stop to think, too many different... Опять вот куда светит? Альму выбежишь из сопротивления. Как ее найти? Где она там? А подожди, у нас вот вон дверь, ё-моё. Я дверь-то и не заметил. Вот я лошара-то. Вон где база-то вся. Ну да. База-то вся здесь.
I am so glad you're safe. But I need a word. Hey. We have so many injured, it's hard to tell. Alma! Is she? She's stable, I think. That's as good as it gets right now. She was in a lot of pain, so we sedated her. Will she be okay? She has to be, but I'm not that experienced with Na'vi physiology. Hajir would know what to do. I can find him for you. Hajir is gone. Oh no. Hajir too. I'm so sorry. How did this happen? So many lives lost. Is there anything I can do? I don't know. There's a lot to take in. These inhalation burns are difficult to treat with our medicines. Everyone's in pain, and I don't have the supplies to help them. What if I check on supplies? We might have something that can help. Yes, maybe. I think Nora was helping out with that. Saw him skulking out the back somewhere. Anyway, I'd better monitor Alma. Sorry. Так, ну пойдем искать, кого кто нам нужен. Так, вот этот гражданин что-то. I don't feel ready for all this. Hajir's gone, you know. I'm so sorry. I don't want to leave him there. I want him here with us. I know. I was gonna tell him about the lichen, but he won't. I'll miss him. Even if. He just say you hadn't tried the right one. Так, ты какое-то доп. Задание дал, да? Отслеживать, да? Побочку. Побочечку. You need something? I'm a bit busy with this. What are you working on? It's gonna be a memorial space. For those we lost. Так, это мемориал строят. Well, I asked Solek, and he says there's a special nectar they use. That figures. Так, тоже yeah, побочки дополнительные. Got it. Jin will appreciate this. Так, тоже побочка дополнительная. Хорошо. Так, на данный момент. Так, да, вот рука помощи. Ладно. Так, поговорить с Нором у черного входа в убежище сопротивления. У черного входа. А где черный вход? Ты кто? You made it. They were digging. I'm here. I've lost. I'm sorry. Anyway. I need. See you later. Inshallah. Inshallah, inshallah. That was close. Inshallah. You're here now. You need a new look. Так, ты у нас торгаш, понятно. Башмаки есть исключительный чертеж. Сопротивление в дальнем бою. Изучим. Изучим, обязательно посмотрим. И модификаторов куча. Keep yourself in one piece. Не ругайся. Так, где черный вход? Это явно не здесь, наверное. Это где-то снаружи. Носорог Шлемоносис. Новая у нас, да, появилась? Here you go. Have a look. Так, штурмовые всякие дробовики, обновления. Remember, point away from the user. Так, интересно, черный вход это. Here is what I have. Понял, ты торгаш. Черный вход это может наверху. То что. Да, вроде на верхней, да? Ага, отлично. Хоть к чему-то мы придем. Возможно. I heard you were back. I'm truly glad. Thanks. It was close. I just came to see how Wish people would stop asking me that.
Was there anything else? Kind of. Alma told Ritnella that the Kamatire can't be trusted. Do you know anything about them? That's not true. The Kamatire are reclusive, but they are expert healers, renowned among Na'vi. Really? Do you think they would help us heal our injured? Perhaps. My father used to go to them for healing remedies. Then I should try and find them. Their capital, the Hollows, is hidden. But we used to meet an herbalist at the Kamatire camp, not too far from here. Do you remember how to get there? There was a winding river in the shadow of floating mountains. Oh yes, I'd complain about this long walk. It was all the way to the bottom of the cliff. My father enticed me with... Конечно, нам нужно искать место в клифе, потому что они лекари. There's actually... Хорош болтать-то, yes, да? Maybe. Anyway. Выходи, иди по тропе. Хорошо, так бы сразу сказал. Местное племя, они считаются великими лекарями. Вот. И пойдем их искать-то, получается. Туман, конечно, не очень ищется. Но... будем стараться. А там что-то туман такой желтый, зеленый, желто-зеленый. Так, мы в области поиска тропы самой или лагеря ихнего. I don't think anyone has been there for a long time. Do you think they are gone? The Kamatire? They can't be. Not them too. They must be out there. Somewhere. What could have happened to make them leave this place? I'd wait for them if I could. But... the others need help. I can't find it on foot. I need my Ikran. Так, да, мне нужен мой экран. Вот что у нас тут. Сейчас мы тут сговоримся с грибочками. Договоримся на экран. Теперь вы можете призвать экрана. Отлично. О! Ты где? Блин, повыше не мог залезть-то куда-нибудь. Уа-ху! Ну все, всем хана. Так. Пойдем искать скрытый склон. Не присядешь здесь? Я хотел посмотреть, что тут. Домик тут. Домик на дереве. Ку-ку. Есть кто дома? Яйцо. Змеиската. Заберем? Заберем. Еще. Так, яйца тут все у нас, да? Так, а двигаться нам рядышком тут. Yeah.
Nor? Did you find it? Yeah. It looks abandoned at first glance, but there's a fire still lit. Strange. Someone must be still using it then. Take a closer look. It's the best we have at this point. Must be the place. Так, нам надо кого-то найти, да? Лагерь вроде как брошенный. Почему-то. I wonder if something's out. No, not yet. I wonder if. Still lit. Someone was here recently. That's not it. Those parts, they fit together. An animal scare. The weight of the water pivots the arm. It makes a noise as it drops. Так, и что? Дальше. Maybe it's linked to a kamatire was here. A healer making something by the fire. They left recently. A kamatire healer was here not long ago. I could fix the animal scare. Maybe the noise will draw them back. They might help me. Так, и как починить отпугиватель? Ао. Все просто, я же мастер. Особенно отпугиватели делать-то я вообще мастак. Well, that went exactly as I predicted. Fascinating. Ну что ты рычишь-то? Не рычи на меня. Рычит он, блядь. Не надо рычать. А, вот этот отпугиватель. Вот это система. И кого он отпугивает? Интересно. Ну что ты заныкался-то? Are you hurt? No. You fight like a Zeswell champion. Well, at least that's what I think they fight like if I ever saw one. I hope I will. Have you? I have. Fascinating. But wait. Are you Sodden too? Or has the Yavah sickness taken me? I am. But what is Yavah sickness? The Yavah. A fog that burns your throat and clouds your mind until you die. I got lost while studying its effects. I followed the sound of the animal scare to escape. Yavah. I think I saw some earlier. What causes it? Nobody knows. It came after the Sardentu disappeared. Some think Ewa is punishing the Kamatire. Doesn't seem right to me. So you are Kamatire. I need the help of your greatest healer. Awasahe Kanufi? Oh no. She doesn't see anyone. Would she see me? My friends are sick. Please help. Perplexing. Mokasa forbids visitors. But they all saw them too. But is that good or bad? And they did save me twice. I have decided. And I will help. But nobody must know. How do I find the capital? Let me see.
with your bonded. Soar over the lake and continue until you see the rock we call Eklund's Head, flat on top with its nose pointed to the horizon. Thank you. What is your name, by the way? I am Oku. But remember, if anyone asks, I did not send you to the Hollows. Так, дал он, короче, направление нам, да? Куда нам отправляться? Так, это куда? Это вот туда. За лекарями. Ну, пойдем тогда туда еще слетаем. Дальше будем уже разбираться с местной локацией. Ну, ты летишь или что там? Сопли жгишь ты, иди сюда. Ты, блин, собака бешеная. Давай быстро там, друзья, болею. Надо быстро за похмелином сгонять. Так, я тут это поставил, да. Вроде туда все поставил. Yeah. Вот это ихнее дупло, видимо. Ух! Приехал. Asarin. They have the mark. I thought they were dead. What do they want? The Asarin will return. Why have they come? Asarin lives. That plan is long gone. So, who dares to darken our threshold with lies? I'm looking for your Tsai. The Sky People attacked us, and we have many wounded. I was told the Kametire were healers. We need help. There is nothing for you here. Especially from our Tsahik. Do we not have an obligation? Our clan once helped those in need. That was before our Tsahik killed, instead of healed. The Sarentu no longer walk among us. Only liars. Why would they lie? The mark is clear. Enough! You desecrate the memory of Asarentu friends. In any case, she is in seclusion, far from here, and not to be disturbed. Be on your way, imposter. We have no need of you here. Not everyone agrees with Mokasa's methods. Meet me at the Circle of Ancestors, where Ewa shows us the way. Ну давай встретимся. Так, отсюда мне уходить или еще или куда? Так, идти в ту сторону, хорошо. Если что у нас. А это, да? Жопа вредная пошел. Ну иди давай, своей дорогой. Мы пойдем своей. Давай, говори. Never seen a Sarentu. Never thought I would. Then you walked into the heart of the Kametire. As if it was nothing. I didn't know. What? That everyone blames us for the dead Sarentu. But wasn't it the RDA who took us? You don't need to hide. We're not hiding. The clans turned their backs on us. And now, Mokasa is our only guide. Our Tsahik, Anufi, is lost in her own darkness. Anufi, how do I find her? Nobody ever sees Anufi. Mokasa forbids it. She stopped fighting for us a long time ago. But if I could just talk to her. Maybe.
Seeing a Sarenthu will bring her back to us. She has a place beyond the Great Falls, behind the capital. If you find it, tell her Satne sent you. Our flame has grown. We sent them scurrying. Сане спасла, конечно. Жопики, блин. Ничего толком помочь не можете. Так, а ты кто еще? А ты торгаш просто, да? Приторговываешь, ты рыночек открыл тут, да? Вожаки со мной разговаривать не хотят, а он приторговывает. Проекты, что тут у тебя интересного? Давай-ка мы изучим, так, на всякий случай. Вдруг что интересное найдем. Be well. Good to see you. But so many. Ага, пожертвования собираете. Молодцы какие. Пожертвования они собирают. Так, куда нам надо? Так, 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 так. Где это? Бабуля сидит. Так, Сане рассказала мне, где искать загадочную Цахи Ануфи. Давай, давай, найдем ее. Срочно, 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 в срочном порядке. А потом будем разбираться со всем местным кипишем. Так, ты где? Да ты прикалываешься, блин. Ты что, к тебе бежать, что ли? А он с вами сядет, да, наверное? Наверное, нет. Where have they gone, my little one? Так, отойди с дороги, Алёша. Сначала у нас с этой лечебницей разобраться, потом уже будем изучать локации. Потому что я думаю, наверняка они местные тут своих второстепенных заданий накидают еще. Будем тут все изучать. Че так медленно летишь? 100 метров в минуту, блин. Что за скорость такая? Неадекватная. Так, ладно, давай зайдем с собой, посмотрим, что тут, и все, и уйдем. Че тут дает? Надо искать, не надо. Я не вижу, что тут даже. Ладно, фиксим. Мы торопимся спасать людей. Мы Чип и Дейл сегодня. Must be it. Ануфи's place. Ануфи, ты где? Ануфи, выходи! No. Must be another way in. Так, и где же может быть другой вход быть? Сверху? Hey, what are you doing here? О, здрасте. Are you lost, stranger? I'm looking for Ануфи. Не заблудилась. I'm sorry you traveled so far for nothing. Satne said she lives out here. I need a healer. And I hear Ануфи is the best. Our Tsahik doesn't see anyone lately. Mokasa forbids it. I stay around to make sure she is cared for. If I could just talk to her. My people need her healing. I noticed the mark, stranger. Perhaps she would make an exception. But maybe you can help her too. I can try. But how do I get inside? She created a barrier using those mushrooms. I don't know how it works, and she has her own hidden entrance. I cannot help, but I won't stop you if you figure it out. Короче, мне надо вход найти, да? Правильно ты говоришь? That plant barrier. Like the one at the rookery. Ah, that's it.
Must find the others. Так, интересно. Я уж не вижу, что следующее трогать-то. Или тут уже не работает тут еще. Где еще эти цветочки? Так. Вот это мне надоело, слепит, мешает. Так, где-то еще тут должны быть лепестки быть. Муравьишки. Где-то еще должны быть лепестки. О, это этот, который там каменный. Фигня какая-то. Да ёпарасоте. Где же еще эти лепестки-то? Это котелки внутри просвечивают. А? Блин, лепестков я не вижу. Так, по корням посмотреть. Куда вот эти корни все уходят? Так, цепочка тут заканчивается тоже. Так, стоп, вон они где-то корни внизу идут еще. Вот корни идут еще. Ага. Так, открылось, да? Нифига не открылось. Еще куда-то корни пошли, что ли? Ага. Наверх. Да ёпарасоте. Да, вот он.
чё, куда пошли? Тихо там, гроза, блин, не греми. Запутался в корнях. Получилось так, не здесь, да? Бабка, пусть идут дождь на улице. Пусти в пещеру свою. Сидишь тут одна в тепле. Стырим, пока ее нету, да? Эту бабки-то и нет. Так, ну можно отдохнуть, пожрать. Натырить всего. Что не приколочено. Так, это вот у нее. Там бабуля, наверное, сама. Так, тут еще бабуля что-нибудь просит. Нифига себе, еще и бабуля что-то просит. Так, а у меня есть для нее что-нибудь? У меня для нее ничего нет, да? Шишки нет у меня нужной. Какую-то шишку она хотела. Так, дверь закрыта. Так, вон он. Бабуля. Ануфи? Step into the light where I can see you. I was told you are the greatest Kamatira healer. Lies? Yes, there was once pleasure in healing. And power too. The power to harm. These hands are proof of that. And a tiny thing I made, like this. I made it to heal, but it only did harm. And now your people lie in the fog. What did you do? Child. I killed you. All of you. No. The sky people came for us. No, it was me. So many dead already. No. I told you, it is too dangerous. I cannot risk trying to heal any other innocents. But our wounded will die without your help. And they will die. Так, что-то бабка не алё у нас. А чё, я не понял. То есть отказалась помогать, что ли? Так, бабуля. Я не понял, хухры-мухры. Шишку резного дерева она хочет, блин. Бабуля, так, пропавший колос у меня открылось. Покиньте приют. Ну давай покинем, посмотрим, что изменится. Нор? I'm here.
Did you find them? I just spoke to the Tzahik Anufi. It wasn't easy. I told you they're reclusive. It's not just that. There's something more going on here. She's confused. She thinks she killed the Sarandu. Can that be true? That doesn't make any sense. What else did she say? Just that she can't help us and that we're lost in the fog. I don't know. Perhaps they're hiding something. Nobody wants to help me. They all seem afraid. Why did Alma say we couldn't trust them? The Kamitire were always good to us. It doesn't feel right. There must be another Kamitire healer. Or someone. There's Anufi's guardian. She helped me earlier. I'll see what I can find out.